Чуть устала. Привет, девчонки! Доброе утро, девочки. Вы чё, за знакомство по бокальчику? Нет, мы не пьем. Ну вы что? Это гречка! Это гречка, да ну ладно! Это же гречка! Зарина! Зарина! Вот этим я никогда не пользовалась, я не знаю, что с ним делать. Девушки совершенно забыли о санитарных нормах. А ты ответственная за дисциплину всю неделю. Я ответственна за дисциплину. Вообще даже не знаю, что такое дисциплина. Что делать-то надо, я не понимаю. Я просто в***ю то, что происходит. Добрый день, девушки. Господи! Меня зовут Вергилий. Сегодня я ваш персональный проводник и экскурсовод по аду. Я думаю, в пи***ку тебя, дорогой. Нихуя себе! Пожалуйста, тишина. До свидания. Лютые, вы готовы? Да. Вергилий. Золотые бубенцы, вы готовы? Да. Выше колена, ниже пупка. Дырка такая, что влезет рука. Ну, когда такое звучит, ну что... Фух. Лезет. Карман. Какой у тебя ужас. 5 минут потею, а потом балдею. Теперь я могу с гордостью сказать, что я была в аду. Russian tradition, Lego station, starvation. Доброе утро, девочки. Сука. Разочек в фильму сесть. Первый раз, первый класс. Я ждала этого дня, пи***ос, хотела тёлку видеть. Не, ебало бить буду, отвечаю. То, как они одеты, это просто мразь полная. Какие-то подъездные шалашовки. Думаю, что мне с ними делать? Слышь, ты давай не этого. Потом это как-то у нас немножко переросло в конфликт. Какого хуя? Ты хочешь... Эй, слышь, ты! Ты меня не толкай, с***, ты со мной вообще не базарь. Что за чётки, блядь, это что? Щетки, которые мне очень дороги. Как-то произошло, она их порвала, и у меня упали просто шторы. Немножко у меня поехала крыша. Судя по вашему состоянию и внешнему виду, вас еще рано пускать на порог нашего элитного учреждения. Бегом! Марш! Девушки, пробежка – отличный способ протрезветь. Отныне ученицам придется шторы носить упали, школьную нахуй. Форму и подчиняться правилам. Это что за инкубаторская хуйня, блядь? За крайнюю степень неуважение по отношению к преподавательскому составу и ученицам мы приняли решение исключить вас из нашего учебного заведения. Я готова! Пошли тусить! Вы используете доверительные отношения одноклассниц в своих корыстных целях? Нет. Ложь. Говорили ли вы, что ваши одноклассницы мужеподобные колхозницы? Да. До свидания, извините. После унизительного выгона Анна Михеева одиноко покидает школу. Выгона? После унизительного выгона? Ну, ладно, выгон. Это был выгон. Давайте еще это глянем, и, наверное, хватит. С рисом. С рисом тебя, Лялочка. С рисом. Рядом мужчин нету, как-то я готовлю. Вот, друзья, обратите внимание, унижение. Вот с чего начинает Леночка сегодняшнюю программу. Оскорбить мужика. Не трогай бульон. Нет, не трогай меня. Мама, сколько нужно воды, скажи? Воды? Слушай, ну воды мне надо практически до конца. Это называется вок. 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 У нас с последних пор очень люблю грузинские острые блюда. Грузинские острые? С недавних пор. С последних пор. Извини. Последние поры. Похмельная говядина. С матерью называли отца. Лимонная трава, которую нельзя ни в... Нет, 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 нет. Вы можете грызть все, что угодно. С тем же успехом можете погрызть и силиконовые лопатки. Я могу кричать, как дрозд. Не надо. Не надо. Нам этот голос нужен для другого. Вкусно. А что, невкусно? Вообще никто не клопает. Что ела срача в тот момент, когда вы ее ели? Она была уже мертвая. Вот тут у меня потекли слюнки. Мертвую саранчу. Огурчики, капустка. Огурчики, капустка. Сосисочки. Черная каменная дрянь.
Не нужна она нам? Давай, я немножко. Да. Мать не мать, как говорится, а сын у меня один. Готовьте, я сейчас сделаю начиночку. Засибитова. Социальные сети, будь они прокляты. Шарюсь. У Игоря в телефоне. И нашла одну такую дрянь. Просто черная каменная дрянь. Что это животное делает у тебя в друзьях? Ну, слово «тварь», чтобы она сдохла, это было самое мягкое. Мать, Ларис, мне кажется, надо доставать. Нет? Да, а можно я буду говорить как-то? Просто смотрите, я раскатал так для курника тесто. Хоть вас туда сажай. Тупо мнет под себя. Служить бы рад, прислуживаться. Ну, нам это тоже подходит. Ездили ли вы на конях, например? Стреляли вы из арбалета? Нет, а я... Ели ли вы живого медведя? Как это, кислоту такую в желудок? Это не кислота. Это замечательная штука для поднятия тонуса. Пусть вас всегда преследуют. Пусть вас всегда преследуют. Преследуют. Друзья, это был Смак на Первом канале. С днем рождения, Леонид Дубович, ура! Что, Форт Боярд вилкой в глаз, что? Ух ты! Мы не боимся! Мы не боимся! Ты видишь? Нормально все, нормально. Восхищаюсь тем, что вы согласились сюда приехать. Нас заставили. Две подсказки пустые. Обе подсказки оказались пустые. Нам ни в коем случае нельзя его расстраивать. Иначе он обидится и не отдаст ключ. Дамы и господа! Френдли. Кушать подано! Бонжур, ёпта. Житем, житем. Житем, житем. Сейчас, видимо, будет комар. Улыбаемся, улыбаемся. О, very good. А, тура. Smells good. Повар Вилли предлагает вам съесть все это блюдо. Мешать эту вкуснятину! Давай! Давай! Фу, мне что, спинок? Это не вас... Оля! О, господи! Нет. Мы нашли во Франции я не Оля. Одного твоего фаната. Ого! Мы не боимся. Да, давай. Все нормально. Давай. Все. Добрый день, я представитель компании Oriflame. Вас интересует наша продукция. Нет. Почему вы так кричите? Уже началось? Сбылась мечта хейтеров. Тихо. Кто-то распял Бузову. Обратно! Мне кажется, тебе надо туда идти, нет? Слушай, может я... Пожалуйста, господи, я смогу. Оп. Есть! Оля, загоняй! Бай, О, все, я пошла дальше. Куда? Нет, кони, нет. Bye, bitch. Ай, Саша, молодец! 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 Какой молодец! Молодец, Саша! Красавчик! Да. Умничка! Умничка! Молодец, Саня! На самом деле мы подтверждаем факт, что Бузова настоящая. Она реальная, со своими страхами, которую со своими мыслями. Спасибо, команда, за ваш поступок. И спасибо вам лично от меня за эту игру. Спасибо. Спасибо. Разита Сибита, мать русского разъеба, профессионально унижает любого, кто ее заебет. Машка белые зубки, муж отправил ее сюда, чтобы она не вернулась, лол, окей, устроим. Какой-то Рома, вообще хз, кто это? Ром, пососи у рыбы. Ой, бля, все ясно. Главная калинка-малинка русского ютуба. Все, шо любит Коля, это себя, ну может еще московские парки. Я бы поискал, кто это, но мне лень. Наверное, у них с Машей один стоматолог. Серег, вот я тебе детский сад-то привела, а? Я приехал деньги зарабатывать. В смысле, меня же сосватать надо было. Че, это потом. С тебя ничего не возьмешь, жадный. Миленький, ты женат? Мой красавчик какой-то. Да, выясни, пожалуйста, женат или нет. Я свободна, кстати. И вначале...
честный. Кто из вас боится темноты? Ой, не люблю я ее. Вот и маленький. Я многодетная мать, мне нельзя. И чё? Испытание называется «Комната страха». Ничего страшного. И сейчас. Ребят, я не вижу. Давай, Маш, ты глазки получишь. Он вернул Николая, сейчас заберет Марию. Она замужем. Ну ничего, он тоже не свободен. Куда это мы бежим? Сейчас он выйдет с тобой на связь. Только не нужно ему хамить, он человек пожилой. Алло. Привет. Маша? Да, привет. Но я никуда не полечу. Нет. Байды. Ой, куда ее махануло? Тихо. Что ты сказала? Я не знаю, Что бы он не дал вам попробовать, вы должны улыбаться. Какой мужчина! Отдай ему тарелку. Не дышите, самое главное. Две вилки, это очень мало. Не, нормально. Да и две ложки хотя бы еще. Улыбайся! Сейчас, Роза! Помогите решить! Роза, вот это да! Молодец! Ой, молодец! О, господи, блядь! Ой, молодец! Ой, Маша! Закрывай тарелку! Это мама так всегда кормила. Какой пиздец! Это мистер Бу. Ой, какой хороший. У нее все хорошие там. Скажите, меня муж заказал? Если б тебя муж заказал, мы б тебя не выпустили из будки. Мужики, от меня никто не избавится никогда. Тебе я не сомневаюсь ни капли. Врача! Сука! Так что нужно сделать? Мне кажется, что у тебя общение с змеюками – это рабочая, так сказать, обстановка, да? Мы лучшие! Ведь легенда вернулась на СТС. Блять, как же хорошо, нахуй.